В регионе более 1000 социальных предпринимателей. От обычных бизнесменов они отличаются тем, что их дело не только приносит деньги, но и помогает людям. Чаще всего речь идет о найме сотрудников с инвалидностью. Работать таким бизнесменам сложнее, зато помощь получить проще. Три бумажки заполняешь. Обоснование, зачем тебе нужно, пишешь свои показатели, ну, то есть минимум каких-то там бюрократических проволочек. В центре «Мой бизнес» предпринимателям не дают денег, а дают инструменты, чтобы их заработать. Владельцам социального бизнеса помогают начать, консультируют, обучают, знакомят с нужными людьми, вывозят на выставки. Мы внедрили новые услуги, такие как разработка сервиса для перехода в онлайн-формат. Это вызвано общей экономической ситуацией у нас в стране, да и в мире в том числе. И также новый продукт – это услуги по внедрению CRM-систем. Что это? Это системы, которые позволяют выстраивать бизнес-процессы внутри компании, автоматизировать их и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентом. 20 августа в центре стартует программа обучения представителей социального бизнеса. Главный вопрос – как увеличить доходность дела, призванного помогать людям? По итогам участников ждет инвестиционный подиум. К слову, поддержка социального предпринимательства – часть программы нацпроекта, а значит, для бизнесменов этой сферы бесплатно. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.